Чем больше творишь, тем больше живешь. Такого девиза придерживается мастерица из Волгодонска, которая превратила свою квартиру в музей. Тамара Андреева занимается творчеством в различных направлениях, пополняет безграничную коллекцию и не планирует останавливаться на достигнутом. Делать мир прекраснее, привнося в него удивительное, иногда и завораживающее, не так уж и сложно. В этом убеждена мастерица из Волгодонска Тамара Андреева. Творчеством она стала заниматься еще в детстве, а первым шагом на пути к искусству стало простое, на первый взгляд, шитье. Я творчеством занимаюсь практически всю жизнь, потому что это интересно. Занимаюсь с детства. С детства я начала шить, потому что это увлекательно. Это интересно, когда с твоих рук выходит какое-то изделие. Поэтому творческая струнка, жилка, она даже была у меня заложена и моей бабушкой, и родителями. Поэтому творчеством я занимаюсь давно. Создавать шедевры Тамара Андреева училась сама, используя литературу и интернет. Затем вышивку стала совмещать с бисером и шитьем, осваивая все новые и новые техники. Но даже познав более 5 направлений рукоделия, Тамара Андреева признается, на достигнутом останавливаться не намерена. Сложное то, что не изученное. То, что еще не изученное, вот это может представлять сложность. А когда изучишь, уже в этом сложности нет. В этом нет сложности. Все доступно. Сегодня, занимаясь вышивкой, бисероплетением, с корняжным мастерством, шитьем и вязанием, Тамара Андреева передает свой опыт, организовывая мастер-классы для всех желающих. Кстати, демонстрирует свои произведения искусства рукодельницей и на выставках, которые проходят как в Волгодонске, так и за его пределами. Помимо того, что Тамара Николаевна мастер на все руки, она еще и замечательная бабушка, которая передает свой талант подрастающему поколению. Так, например, вот эту картину вышил ее 10-летний внук. На изготовление своих работ Тамара Андреева тратит от одного дня до полугода. Все зависит от ее размеров, техники, сложности, ну и, конечно же, настроения мастера. Выбрать свое любимое направление женщина не берется и признается, что ее привлекает все, что хоть как-то связано с творчеством. На улице зима, я с удовольствием сделала вот это дерево из бисера. С удовольствием сделала вот эти цветочки. Ну, это же лето, это зимой лето. Это приятно посмотреть, даже хочется, ну, раз понюхать. Декоративно-прикладное искусство настолько увлекло Тамару Андрееву, что теперь вся ее квартира словно музей, так и манит рассматривать несчетное количество удивительных вещей. Дина Горбачева, Петр Авдеенко, новости ВТВ.